сидел, я видел, я вот рядом. А я вот сидел, я попал. Кошмар. Просто работу делать, я понимаю. На первую, подождите. Подождите, можно я была предупреждение? Такой закон есть? Вы ее предупредили? Она нас А совесть ваша где? Вы лучше на мнение говорите, а вы... Вы лучше в школе охраняли детей, они по магазинам выцепляли. Вы это должны защищать нас, понимаете? А не как ее волочить?